Как мы уже рассказывали, детская образцовая студия национального танца «Таулу» стала чемпионом России по народным танцам. Юным танцорам удалось завоевать победные места в двух номинациях. О победе на чемпионате и главных планах поделились с Алиханом Левшоковым. Чемпионом России в номинации «Народная стилизация» стал... Детская образцовая станция на танце «Таулу», город Карачаевск. Упорный труд и работа над каждым элементом танца дают свои результаты. Детская образцовая студия национального танца «Таулу» Карачаевского городского округа активно принимает участие во многих различных танцевальных конкурсах, достойно представляя нашу республику. Юные танцоры приняли участие в финале чемпионата России по народным танцам, который проходил в Москве. Танцевальный коллектив не раз участвовал в нем, но встать на победную ступеньку пьедестала не удавалось. И вот на этот раз мы смогли одержать победу в чемпионате России, отмечает художественный руководитель студии танца «Таулу» Шамиль Эсекку. Мы тоже постарались, занимались. Когда занимаешься, наверное, даешь какой-то труд, это все не зря. Выиграли золото, первое место, стали чемпионом России. Мы 3 раза участвовали до этого, все никак не могли на эту ступень выйти. В этот раз нам повезло, мы стали чемпионом России. Конечно, неожиданно. Ну как неожиданно? Честно, я как руководитель не думал, что мы можем в тройке быть. И после того, как нас объявили чемпионом России, здесь же нас объявляют вице-чемпионами в другой номинации. Вторая награда – вице-чемпионы в номинации «Народный танец. Юношеская возрастная категория». Юные танцоры представили 3 танца. Эльбрус – танец на песню известного карачаевского поэта-песенника Исмаила Семенова, абхазский танец «Апсуамали» и турецкий танец «Караденис». Каждый танец вызвал бурю оваций у московского зрителя. Мы так хотели одержать победу, что работали каждый день, и, возможно, поэтому нам удалось стать чемпионами России, отмечают юные танцоры «Таулу». По сравнению с нашим первым разом, который был 7 лет назад, и сейчас, мне кажется, мы достойно, подняли уровень, достойно показали все наши танцы, акценты делали на какие-то тоже движения, на какие-то, и не знаю, в плане эмоций, что-то такое. И, по моему мнению, и от зрителя была отдача. Это тоже факт, который говорит о том, что зрителю понравилось. А если понравилось, значит, танцуем хорошо. Если танцуем хорошо, значит, работа была проделана не зря. Зритель очень ярко воспринял наше выступление. Им очень понравилось. Как мы надеемся, что оно запомнило это выступление навсегда. Что мы надеемся, что мы не раз еще будем выигрывать на таких больших чемпионатах. Также руководитель студии национального танца «Таулу» Шамиль Эсекку был признан лучшим балетмейстером в этом чемпионате. Сейчас ребята готовятся провести юбилейный концерт к 10-летию детского ансамбля, который пройдет совсем скоро. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.